Вау, de hele muziekwereld wacht op je. Положившая начало археологическим исследованиям. Авань. 1876 год. В Киев приезжает молодой чех Викентий Хвойко. Он приехал в Россию из Чехии. Справа в том, что... Еще одна причина, по которой Викентий Вячеславович приезжает в столицу Украины. Представителей... Куда больше его интересует возможность раз и навсегда обеспечить свое благосостояние. Одна богатая девушка питает к нему теплые чувства и даже готова выйти за него замуж. Но тот отказывается жениться без любви. В Праге он знакомится с молодыми людьми настолько сильны, что Викентий решается ехать в Киев вместе с семьей своей избранницы. Но здесь его постигает большое несчастье. Девушка заболевает неизлечимой душевной болезнью. И Викентий Хвойко до конца жизни остается одиночкой. А фехтование, рисование пытался тут просто как-то подзаработать. Занимался сельским хозяйством. Как правило, выбирают вещи, которые не по фигуре, которые более не приталены, которые более свободны, более мешковатые.